сегодня был просто потрясающий день, очень много активных площадок, очень много потрясающих студентов я сегодня видела, которые посетили абсолютно все площадки, которые сегодня были. Я сегодня была на площадке настольного футбола, честно, играла в первый раз, научилась играть в футбол наконец-таки. Потрясающий день, хорошо, что у нас погода не подкачала, целый день светило сегодня солнышко, и с таким же солнечным настроением я сегодня уйду домой, потому что это очень здорово, мне очень все понравилось. Мероприятие замечательное, несмотря на то, что я пришла уже под конец, здесь я нашла много интересного. Здесь музыка и несколько площадок, и очень просто интересно, везде и разнообразно. Праздник мне понравился, было много интересного. Конечно же, я больше всего провела времени на своей площадке, Белый рояль, но и успела походить немного, и достаточно много интересного, разного, круто все. А праздник замечательный, очень много народу, очень много молодежи, можно пообщаться, я уже пообщался со многими людьми, и они мне показались очень интересными. Все было круто, особенно музыка, вот ребята стараются. Первый раз здесь. Ну, ощущения улетные. Красиво, безумно, классно. Нереально круто, незабываемые впечатления, нереальное количество различных станций и крутых ребят. Приходите в следующем году на День улицы Лукачева. Я вам гарантирую, вы не пожалеете.